Мен Кентай Өрмет, мен ерінген бей Евгений, бей олқы мана қалмек номин төйген, басы мана заясын бүтші кедек орын бүтшілігіна төйген, ақылачы ол жына, бейін төй олқы мана олын монголчы өден, бүтшік сой ол кедек орын бүтшілігіна төйген, нек әңгі ол жына. Бейіндер бейдің екі байырта өдір, тен бірін жына өдің еңгер үйкілай өндір, қақа сәрін тамамды, Мадын ода мана халмы күндісіне бичілеріне өдір кедік байыран жел болғын тенгіл жана едім. Ең жел басын ек юғарын ончыр жана юғарын кехләгі, ең жел мана оқтырғын дала зая пандетін дөрен зұл хүрін жылым өйен ол жана. Ең басын ек тен байырта онцы еудыл, онцы нек өдір кеже келік керікті. Ең жел цук нарттелкәддер бәйқы цук өрдіт, Ода ен байран тенділ және. Ода есін сәрін арын доланды, барын монғын ховдын ексургулды басы заян пандетін дөрінзуң хөрін жилен өнді нерәтсін, нек чуылығын қорык болын кежіне. Енді әсі басы мана кеду халмық номтыр басы ел және. Енжіл басы дон долысты, кеті долысты, заян пандетін нерәтсін, тейім чуылығын басы дауылықсын білә үйін сарла. Енжіл арын негін сарла мана халмық таңшты басы тейімнек құру олықы. Ең юң кехләгі мәдінегі негділдік тен кехләгі, мәдінегі негділдік юң кехләгі мана оқтыруын дала зая бандиті мана тоды бичік ол жына. Мана тод бичік оқылағы ода ең жыл бидің ғорын зон далын негін жылын өйені тенділ жына еді, негін жылды бидің басы ең екі байран тенділ өйді. Менгін зұрған зон дөшін әндөші жылды оқтыруын дала зая бандиті мана тод бичкегі зоқасын ол жына. Ең болқылағы өнілжі ұлышқы мана зөйірі ол жына. Юңға дейхілі, ода нарттелкәді юнестің келсәр, юнестің қалқар зорған менгін келін ұлыс бәйіні. Ең зорған менгін келін ұлысын дотырасы еуре бечік тамықта, үндісіне бечік тамықта ғансқын зұн дөйчіқын келін бәйіні. Зұн дөйчіқын келін дотыр мана монғыл ұдым бечік, мана монғыл өрдім тоды бичик басы оржана. Ең басынек тейм үнілжі олышқы мана тейімнек зөйірі кежі келік керікті. Ода өдгі әресәді бәқы цук келін олсасы евре үндісіне келін бичікті ғансқын негін келін олыс бәйіне. Ең болғағы бедің халингуд олжана. Юңға дейхілі зая пандетін кесін ачын, ода күтіл үнілжі олышқы. Түйіне үйлісін зөйірі, түйіне үйлісін мана бичик тамғы кезе чыгын мадынды кеген керіл өгәт еуғық кежесен жына. Ең болғылағы мана дұрасы үші бақчы өтті, ең ендіркі мана гәйхіл, ең хамгин түрінді ең бақчы өтті бедің зөрін жына едім. Мана дұрасы үші оқы бақчы өтті, сұруын жын өртті, еңға дейхілі тейдің ең гәйхілер, ең бішісін ұрын бішілігін бүт әлмедер үгәт іші алады. Сарандың тод бичікті сеткілен өгәт, мана халым келінде сеткілен өгәт, еуқларын үйінесі үйлі байыр нанды, мана бақшынырты үйлі байыр ұға олық бичіктер қарғаны. Сегодня у нас знаменательный день национальной письменности, который мы отмечаем уже на протяжении сегодня 20-й годовщины этого праздника. Но этот сегодняшний день, он примечателен тем, что совпал с 420-летием, со дня рождения нашего великого просветителя, религиозного деятеля, общественного и государственного деятеля Оқтургун Далай Зая Пандиты. Этот человек, это личность, которую невозможно оценить, те заслуги, которые он сделал именно для монголоязычных народов, именно для айратского народа. Дело в том, что сейчас в мире существует около, по данным ЮНЕСКО, в мире около 6 тысяч языков, из них свою национальную исконную письменность имеют только 140. Это говорит о том, что наши предки были одни из самых высококультурных народов, несмотря на то, что это был кочевой народ, это было кочевое государство, но оно имело свою письменность, оно имело, благодаря письменности, оно имело свою литературу. Нашей литературе не 370 лет, наша литература еще древнее. Это создание Худымбичек с 1000
1909 года, когда была создана Худымбичик, тогда и началась именно монгольская литература, отношение которой имеем мы, айраты, тоже. Я хочу сказать, что сегодняшний праздник, сегодняшняя выставка, которая будет работать здесь, в фойе Хурула, «Золотая обитель Будды Шакьямуни», она именно ориентирована для подрастающего поколения, для наших детей, чтобы они приходили, чтобы с учителями школьники приходили, смотрели на это искусство и брали энергию, чтобы и для своего творчества, и для того, чтобы они проникнулись нашей культурой, нашей письменностью, а вместе через нее проникнулись и нашим языком, нашими традициями, обычаями и нашей великой, не побоюсь этого слова, истории. Самое новое худута харакшат Мининре Оксана Владимировна Жирбанова. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Оксана Владимировна Жирбанова. Я представляю Бурятию, Иркутскую область и страну Монголию на данном мероприятии. Приехала я из города Иркутска специально и впервые в прекрасную Калмыкию. Очень рада приглашению, очень рада возможности приехать и увидеть воочию такую красоту. И радуюсь очень такому мероприятию и тому, что есть такой праздник, посвященный письменности. Очень хочется многое выразить, и я на самом деле очень волнуюсь. Хочу поблагодарить за приглашение и пожелать успехов, всего самого наилучшего, реализации всех проектов. Очень хочется надеяться, что у нас будут совместные проекты. Данный свой визит я рассматриваю в плане как бы первого шага взаимодействия между как бы и Санкт-Петербургом, где я сейчас территориально нахожусь, да, и Иркутском, и Улан-Удэ, и Улан-Батором. Я являюсь руководителем студии каллиграфии «Хразве». Она сейчас уже находится в двух городах, то есть изначально мы открылись в Иркутске. Являемся мы филиалом центра каллиграфии «Тенгринбышек», город Улан-Удэ, и филиалом центра каллиграфии «Бичиксоэл», город Улан-Батор. Вот мы существуем чуть больше года, уже приняли участие в трех международных выставках. Первая выставка была в ноябре в Улан-Баторе, на которую я лично ездила. Также вторая выставка в поселке Агинская. И третью выставку международную проводили мы сами в городе Иркутск в мае 2019 года. Вот и наша четвертая выставка в Республике Калмыкия. Я родилась в Унгинской долине. А есть такая песня известная «Унгын голэ дэнгина». Может быть, знаете, да? Дэнгина. Унгинская красавица переводится, да? Название долина получила от реки. Река называется Унга или Унгын Бурядар. То есть это лисица. Потому что русло имеет такое извилистое течение и похоже на убегающую лисицу, вот, которая вот хвостом заметает след. В данной долине тоже произошли очень большие такие смешения, движения, да, и там тоже есть потомки айратских родов, да, и это есть версия, что как бы часть племен, которые стали бурятами, да, бурятскими племенами, они как выходцы из джунгалии пришли на эту территорию, да, и произошло вот такое вот как бы перемешение. У нас есть там населенные пункты, такие как Зунгар, Джунгар, Тангат, ну и так далее. Есть памятники исторические, в том числе письменные, например, знаменитые писаницы. Это мантры буддийские, написанные на скале. Вот такая красивая долина, славится скакунами, красивыми девушками. Шугнаянга халиже бурилтар, шишердыге байсын хатаржи, шуримыр шутхагн хуйга, шоре тогн унгадык, куны дежин сиржимыр, тингри унды хариалгатат. Хидыши олун дэсэнда, хурылугэд бэхда аэгэгуй, сухарежы нэгдэши узогуй, ургын талын ханин ухыт, хальмагут муно ханапта. Стих, посвященный калмыкам и бурятам, автор Салбон Лукденов. О, где же ты, степей, великий друг калмык, что в страстном танце чечердык сбивал с доспехов пыль материка и жажду неба утоляя с чаши молока, а ты, мой брат бурят,
С глубин веков воинственный Арат, ты позабыл, какую землю предок завещал, оберегая дар божественный Байкал. О, где же вы? Ведь вы же братья, блуждаете во тьме неведомого счастья, урвав от славы длинной воли кусочек жалкой мнимой доли. И ныне вы в хмельном застолье, как побежденный воин в поле, рыдая песни жалкие, поете, родных слогов теряя на излете. И львон одни, надев заморские гутулы, распродав все свои нутуги, в своем безликом убеждении из уст своих пищат о поражении, хозяин кость бросает верным псам, и те лишь рады грызться за обман. И нету нынче вольных вожаков тропу открыть для яростных волков. Вот мое такое намерение, да, мне бы хотелось, чтобы связи между братскими народами, мне вот очень нравится картина, которая здесь висит, называется «Монголчут». Бэдэн хубар монголчут. Да, мы все представляем великую нацию монголов. Да? Я бы хотела, чтобы мы все поддерживали такие близкие, тесные отношения между народами братскими, помогали друг другу и взаимодействовали. Я желаю процветания, счастья, богатства во всех смыслах. То есть это не просто материальное счастье, а счастье и духовное в том числе. Да? Здоровье, благополучие и всего самого лучшего. Ода ендір, ен гәхүлді ерсін, олын ұлыс ерлісін, мадын болушын ода кезәчігін, сән саяқын бәжі ода, мана сойыл, мана келін, мана бечік, царандың белгіртіға, царандың үйәсі үйді келгіртіға, үйәсі үйді, царандың еуджі, мана дұрасы үші бақшы өтті, үлгір үзімжі өлжі, мана ен бечік тамғы, мана тұрғын дала заяпан дейтін, Олын үйді, үйәсі үйді егіп, мүмкіржі елжі, олынды тұста, өлзета болжы кіжі, тұқтан егі ере жынар.